Проблема бродячих собак в Хакасии такая же, как и во всех остальных регионах страны. Главный камень преткновения – действующее законодательство. Нормы и правила регулирования численности бездомных животных писались в 90-х, начале нулевых годов под влиянием сильного зоозащитного лобби. В них существует явный перекос. Жизнь агрессивной бродяжки становится чуть ли не выше человеческой, а это неправильно. Да, нормы очень гуманные, но, наверное, на сегодняшнем этапе развития нашего общества они не соотносятся с реалиями. Потому что, чтобы нам убрать с улицы даже агрессивную собаку, ну, очень сложная процедура. И очень дорогая, пожалуй, единственный город в России, где эта проблема была решена успешно, это Москва. В середине нулевых годов там была построена сеть приютов, и все животные с улиц были изъяты, несмотря на протесты зоозащитников. Недовольным объясняли: хотите вернуть собаку во двор, приезжайте в приют, забирайте под личную ответственность. Естественно, желающих вернуть собачек назад были единицы. Через месяц невостребованных животных усыпляли. Но этот волюнтаризм прокатил только в одном отдельно взятом субъекте. В настоящее время Хакасия, как и другие регионы, активно участвует в инициированных депутатами Госдумы изменениях в действующем законодательстве. Первое, нужно менять действующие нормы в целях упрощения работы с бездомными животными, особенно с опасными бездомными животными. И с другой стороны, конечно, уже назрела необходимость создания отдельной либо федеральной программы, либо в нацпроекте поддержки регионов и муниципалитетов вот по вопросу строительства тех же питомников, приютов. Потому что, ну, большинство муниципалитетов и большинство регионов, что уж тут скрывать, ну, нет средств на то, чтобы вот закрыть этот вопрос. Вопросы очень щепетильные, требующие серьезной проработки и общественной кампании по разъяснению необходимости ужесточения действующих либеральных норм. В конце концов, города строятся для людей, и бродячим собакам в них не место.